копьями в сердце, копии матерей. Первая, вторая, еще и третья. Сколько вас там, а? Ответьте. Сейчас вот о чем. О том едком и жестоком насыщении сходством, пропитанном воспитанием, строгостью и пофигизмом, из поколения в поколение, вперемешку с заботой и любовью, наделение характером, создание стержня, выработкой комплексов, дурным примером и правильным, ошибками травя, уроками давя, должником делая, все хорошее перетирая. Ты мне обязанная, я ведь старалась, на акушерку ругаясь. Странное отношение, заведомо грешное, повторения гадкие, нападки жалкие, забота перерастает в агонию и осуждение. Там уже нет доверия и одобрения, лишь нравоучение, плея на старания и все достижения, подвергая мучению и истязанию должника якобы. Ужасные наблюдения, слова неприятные, не бывает однобоко, да и так понятно, но со стороны и по опыту частенько такие топают, засоряя мира хохот. Месиво генов, молекул белков, характерных основ, воспитания азов, грандиозных планов, реальных уроков, сумбур хренов. Вот бы понять феномен ненависти и подчинения, одновременное влияние на окружение, почему передается по поколениям, делая дам потребителями, щебеча о равноправии, нами как скотом управляли и управляли бы. Невзирая на очевидные различия и приятные сходства, невозможность одиночества, но приемля смену отчества, забирая детство и отрочество. Где же там будущее? Нахер такое настоящее? Нет и не было цели задеть и обидеть, просто не хочется подобное видеть, как добиваются всего вопреки, а не ради счастья поддержки. Как страдают и не могут общий язык найти с теми, кто подарил этот путь, и неизбежно должен уйти.